Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Сегодня у нас Киндер Макси Микс. Откроем 6 разных серий с 2014 года по 2018. Будет круто! Любите Макси Киндеры? Ставьте лайк под видео. Поехали! Начнем вот с такого красивого Киндер Макси, на котором изображен розовый зайчик в окружении бабочек и цветочков. Этот Киндер 20 июля 2016 года. Это серия принцессы Диснея. Мне попалась Рапунцель. Фигурка разборная. Принцесса Рапунцель с пышными длинными волосами золотистого цвета. Одета в фиолетовое платье в пол. Юбка у нее тканевая. На ногах фиолетовые туфельки. Смотрится фигурка неплохо. Теперь давайте откроем самый новый Киндер Макси. От 12 сентября 2018 года. Пингвиненок рыбачит. Поймал рыбку золотую. Единственный Киндер Макси, шоколад которого я сегодня смогу съесть. Но мне, думаю, хватит попить чайку. Какая прикольная коллекция с пингвинятами. Они отдыхают на берегу. Один прыгает в воду с трамплина, другой плавает со спасательным кругом. Этот пингвиненок сидит и рыбачит, а этот замерз, превратился в ледышку, пытается отогреться с помощью грелки. Этот пингвинчик играет в куличики. Мне попался милый прикольный пингвиненок, который купается в ледяной воде с плавательным кругом. Смотрится фигурка классно. У игрушки есть колесики. Когда она двигается, пингвиненок крутится, как будто крутится в воде. Классная новогодняя коллекция. Следующий Киндер Макси с фиолетовым одноглазым монстром. Очень жуткий. От 20 мая 2016 года. Серия Монстры Микс Хэллоуин. Всего 4 монстрика, вот только каждый монстрик может попасться в 8 разных вариантах. И всего тут 32 игрушки. Вот уж действительно огромная коллекция для Киндер Макси. Вот такой забавный пластиковый монстрик. Он куда-то спешит. Задние ноги у него оказываются впереди передних. За спиной у него 2 розовых крылышка. Я бы не стал 32 фигурки такие собирать. У монстра есть веревочка, можно куда-то повешать, например, на Хэллоуин или на Новый год. Следующий Киндер Макси будем открывать очень аккуратно, он уж совсем в плохом состоянии. Этот Киндер от 10 августа 2014 года. На обложке изображен Дед Мороз. Прикольная новогодняя коллекция с рождественскими оленями. Всего 8 фигурок в коллекции. Олени катаются на санках, на сноуборде, играют в хоккей. Этот отправился куда-то в поход, а это повар напек печенье всем. Олень с колокольчиком, с подарком, а этот олень создает имитацию снега. Забавный олень держит большой колокольчик. Колокольчик может звенеть. Одет рождественский колпак. Фигурка стоит на подставке. Смотрится прикольно. Думаю, вся серия красиво будет смотреться на полочке. Скорее бы Новый год.
Следующий Kinder Maxi. На обложке изображен барашек-футболист. Он у нас от 13 сентября 2015 года. Ух ты, и в этом Kinder Maxi попался Бэтмен. Вот это круто. Шикарная и довольно крупная игрушка. Бэтмен несется на своем бэт-цикле. Только вот почему-то он синий, лучше бы черным сделали. Колеса у мотоцикла крутятся. Есть разные маленькие наклейки. На колесах знак летучей мыши. Плащ у него развивается, плащ резиновый, что очень круто. Также этот мотоцикл может стрелять вот таким снарядом. Вставляем сюда. Нажимаем, и Бэтмен стреляет по врагам. А враги прилагаются. Вот они, два заклятых врага Бэтмена. Загадочник и Джокер. Давайте попробуем поразить их при помощи бэт-оружия. Бэтмен мчится на врагов и стреляет из своей пушки. Всех победил. Классная игрушка. И у меня остался последний сюрприз с зеленым монстриком. От 16 апреля 2014 года. К сожалению, тут попался какой-то пазл. Университет монстров. Салли и Майк. Вот такой пазл. Будем собирать. Вот такая большая картинка получилась. Салли и Майк отправляются учиться в университет монстров. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались в сюрпризах Kinder Maxi из разных лет. Больше всего мне понравился Бэтмен, Пингвин и Олень. А меньше всего непонятный монстрик из Хэллоуина. А вам какие игрушки понравились? Какая у вас самая любимая серия Kinder Maxi? Напишите в комментариях. Всем пока! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку с шоколадом.